Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео мы расскажем, как мы делаем нашу отличную дергачевскую лощину. Здесь запустили только ленту, идет намотка ленты на вал. Агрегат АИФ-100 состоит из лощинопрокатной машины, стеной находится воскоплавильная ванна. Сейчас я ее покажу вам. Воскоплавильная ванна у нас рассчитана на 500 килограмм. По заказу можно сделать больше или меньше. Здесь в ней плавится и дезинфицируется воск. И через трубку, у нас сделано так, что через трубку попадает на лентообразующую машину. Плавильной ванны воск попадает в очистительную ванну и дальше на две лентообразующие машины. То есть еще раз смотрим весь процесс. То есть воск сюда попадает, дальше формируется лента, стоят специальные ножи под нужный размер, она обрезается и наматывается вот сюда на бурку. Бухта с лентой переносится в подготовительную ванну. Вот, она еще идет без ячеек. И с помощью гравированных вальц получаются вот такие замечательные ячейки. Потом подпадает нос и получается лощина горной длины. Как видите, по данному видео лощину мы изготавливаем строго по технологическим процессам, категорически не допускается добавление каких-либо примесей или парафина, и на 100% исключены попадания каких-либо болезней, которые могут перенестись в другой улей вместе с воском. Вот, также хотелось бы показать вам, какая получается ячеечка. Геометрия строго выдержана. Сейчас наведем фокус. Геометрия строго выдержана. Пчелы будут отстраивать ее очень быстро и хорошо. Спасибо за просмотр на видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Александр. До скорой встречи. Пока.